Ребятам кто-то есть. Слышь, тихо! А кто спит? Тихо! Тихо! Какого? Откуда? Ё-моё, бабуля, ты чё вызвала сиреню? Бабуля. Очуметь. Да, страшно. Всем привет, друзья, с вами я, Игорь, который сегодня со мной Рэнди, Амка и Дамка. Всем привет, друзья. И, короче, мы прилетели в какой-то лес, и тут город, и на самом деле мы прилетели за бабкой. Оказывается, где-то в этой деревне бабка заселилась. Мне кажется, нам нужно ее найти, я не знаю. Давайте каждый дом будем проверять. Как я соскучился по бабке. Давайте проверим, какой такой красный. Смотрите, дом. Красный дом, зеленый есть. Ну, давайте с красного начнем. А, кстати, подожди, стоп! Почему никто не поставил лайк? Да. А ну-ка, поставьте лайк быстро все, кто смотрит этот ролик. Обязательно поставьте. Ставьте за бабку лайк и подписку. Мы ее вернем обязательно. Ребята, гоу, смотрите, старая машина какая-то. О-хо-хо, нифига себе. Ладно. Может, угнем? Не, подожди, я хочу зайти в дом. Я чувствую, что тут уже что-то есть. О, тут как камин. Смотри, а камин кто-то добавил его сюда? Нифига себе. Чего возле окна тут? Ребятам кто-то есть. Слышь, тихо! А кто спит? Тихо! Тихо! Какого? Кто это? Бабка. Бабка? Мы что-то тебя не узнаем. Вы кто? Вы не дома? А ну, уходите! Тихо. Я буду жаловаться, уходите отсюда! Подожди, выходи. Все. Быстро! Бабуля, бабуля! Мы никогда еще не пришли! Бабуля, подожди! Подождите, это наша бабуля? Это наша бабуля? Это наша бабуля? Надо, уходите отсюда! А почему она блондинка? Блин. У нас вроде брюнетка. Уходите! Она в кого превратилась? Уходите. О, бабка! Бабуля, уходите, тебя как зовут? Умею. Как тебя зовут, бабуля? Катерина зовут! А что? Как? Еще раз, как? Катерина! Ой, ё-моё! Тетя Зина, я вас обожаю, я вас в клипе видел. Уходите! Тетя Зина, подожди! Я ваш фанат! О, ё-моё! Бабуля! Я не могу поверить своим словам! Стой, бабуля! Бабуля превратилась в тетю Зину! Я сам отсюда переехал, чтобы меня никто не видел! Ёшки, бабуля, подожди! А чё, правда, что ли, что Cartoon Cat тебя заколдовал? А? Да? А? Мне кажется, она, наоборот, превратилась в тетю Зину, чтобы... Она даже разговаривать не может, у нее зелье какие-то, походу, выпила! Чего вы ко мне пришли? Бабуля! Мы тебя спасти хотим. Ты какая-то странная превратилась. Желтая какая-то, качки. Со мной все хорошо. Да не, подожди. Уходите отсюда. Бабуля, подожди. А говорят, что тут, в этой деревне, есть сиреноголовый. Это правда? Я не знаю, все время дома сижу. У меня нет телевизора. Бабка, ты чего, блин? Ё-моё. Ты че, серьёзно? А ты тут, что ли, живешь? Да, с кем еще жить? Да, очень жалко. С дедом. Нету его. А где дедуля? А куда ты его делал? Закопала. Я не помню, у меня память плохая. Ладно, бабуля, короче, пошли за мной прямо сейчас. Иди, бабуля, ты же старая карга. О, ё-моё, чё? Это кто? Ты чё вызвала, бабка, Cartoon Cat? Чё вызвала? У меня память плохая, я не знаю, это я или нет. Что? Ай, бабуля, ты чего? Бабуля, ты чё делаешь? А бабка, тебя вообще грохнет. Бабуля, ты зачем вызвала Cartoon? Меня самим грохнули. Бабуля, подожди, что? Cartoon? Это тот Cartoon, который заколдовал бабулю. Офигеть, он тут, ребята. Надо быть осторожным. Рэнди, садись тачку. Ребят, вы где? А где я? Я здесь один. О, бабуля, вот она. Вы что, опять сюда заехали? Ну, у нас прав нет. А даже избавиться нельзя. Она в болезни. Бабуля, зачем ты вызвала Cartoon, алло? Вы где, ребята? Бабка себя убила, что? Бабуля обезумела. Бабушка, ты где? Бабуля обезумела, она себя приканчивает. Каждый раз. Что происходит? Рэнди, пошли за мной. Так, блин, самое главное не потеряться в этом городе, ё-моё. Блин, мы отделились от этих дам, Амка. Вы где, ребята? Блин, самое главное... Я вас ищу. Мне очень страшно, если я встречу сиреноголового. Где? Блин, а где сиреноголовый? Блин, прикинь нас, если... Если нас хавает сиреноголовый, ты что, блин... Дамка, что ли? Да. Блин, где наши друзья, что делать? О, тут Дамка еще. Мы по кругу ходим, садись в тачку. О, это кто? Ух, ребят, вот. Бабуля, карга! Пожалуйста, бабуля, не играй со своими зельями. Пожалуйста, не вызывай сиреноголового, я тебя прошу, бабуля. А я разучилась. Да ты обезумела, ты даже не знаешь, что ты вызываешь его. Да? Я не пойму. А чего все на меня так смотрите? Бабуля! Что? Ты вообще обезумела? А, ребят, что? Откуда? Ё-моё, бабуля, ты чё вызвала сиреню? Бабуля. А, чё, медь? Да, страшно. Ты чё наделала? Чё за сирена?
Я так случайно размялась. Бабуля, какого фига сирена вызвала? Сирена застряла. Ё-моё! Бабуля. Вот это жесть! Смотрите, сирена вызвала. Он всех гасит. Так, ребята, давайте собираемся быстрее. Собираемся, гасим его. Гасим. Я вызываю истребителей. Надо его загасить, а потом забрать бабулю и уже в больницу, ребята. Давайте, она уже обезумела. Кажется, зелье действует до сих пор. Я стреляю в него, давайте. Так, давайте, я ищу его. Стреляйте его, я стреляю. Я жду вас. Я гранаты закидываю. Ай, блин, мне грохнули. Капец, он очень сильный. Очень-очень. И у него радиус очень большой. Офигеть, бабуля, ты меня прикончила, что ли? Я вообще не знаю, где. Бабуля, ты чего? А, вот, там, привет. О, это кто? Так, Амка, сзади. Так, я возле какого-то сиреноголового. Бабуля, это ты его вызвал, ты что, не знаешь даже его? А как его зовут? Блин, у тебя клапан не держит по сиреням. Бабуля, у тебя по сиреням клапан не держит. Да что такое? Он неубиваемый. Да. Бессмертный. Давайте надо соберемся. Надо его по голове, по голове. Давайте по башке ему стрелять. О, у меня базука есть. О, Баби, не давайте базука, вы чё? Все, ему хранты. Бабуля, ты обезумишь, кажется, сейчас. С базука тем более. Кажется, ты вообще... Бабуля, капец, мне попутала. Мне кажется, голову потерял. Не, голова у меня на месте. Я предлагаю бабулю взять и валить в больницу. Срочно ей больницу нужно. Да, давайте. Где сирены? Где вы все? Я Амку вижу. Я возле дамки. Я возле дома. Я возле самолета. А, я Дора вижу. О, я вижу дамку, вот. Меня убили. Где? О, а вот дамка. Вы все. Все, вон вызывай. По голове, это... по голове его. А может, на самолете свалим, короче. А где сиреноголовый? Да, нет, там. Я вот издалека стрелять. Уничтожить сиреноголовый. Давайте. Стреляйте издалека стреляйте в него. Он очень сильный. Бабуля, давай. Зачем его убивает? Это же мой сын. Бабуля. Бабуля, стреляй, умер, стреляй. Да? Ой, бабка, извини. Ой, а вы кто? Он умер. Он умер? Да. А вы кто? Бабуля? Бабуля. На чай ко мне придете? Она опять нас забыла. Бабуля. Пойдемте ко мне вас угощу. О, давай. О, наконец-то. Наконец-то. Я, кажется, узнаю бабулю. Хорошая, добрая бабка. О, бабка, кажется, вылечивается, ребята. Да. Мы возвращаем бабку. Былые времена. Заходите ко мне домой. Давай. Заходи. Как вы поживаете? Рассказывайте про себя. Да, ну, у нас да? Каникулы очень хорошо каникулы прошли. Вот, да. Только вот с Cartoon Cat, конечно, было какие-то проблемы. Ну, у нас еще есть немножко время для каникул. У нас еще неделя осталась. Хотим у тебя погостить, бабуля. Да, пожалуйста, без проблем. Обязательно. Да? Надеюсь, ты же не против? Ты заставишь нас картошку копать. Не заставлю, отдыхайте. Да? А это чайку можно, да? Да, конечно, там чай закипает. Ура, наконец-то. Мы можем посидеть. Обязательно. Бабуля выздоровела, ура! Ну чё, мы вывозим бабулю? Ой, куда мы едем? Бабуля, мы тебя, короче, лечить будем. А, нет, просто да. не волнуйся. Мы дурку тебя, не отвезем, дурку мы тебя... не отвезем. Сейчас мы тебе температуру сбьем, короче. А вот всё, зашёл в машину. Температуру сбьем, все сбьем, короче, ты вылечишься скоро. Короче, в общем-то... Всё, давайте, новая машина есть. Да, да, в общем-то, нет. Короче. Бабуля. Вот это? Да. А что такая маленькая? Смотри, тут прохожий нас встречает. Тут прохожий нас встречает. Это кто такой? О, ладно. Привет, чей. Добрый прохожий. На Мальдивы поедем. Здравствуй. Куда? Короче, бабуля, все, мы тебя вывозим. Заходите. Нет. Заходите. А я вас чайку даже не угощила. Да ничего страшного. Все, давайте, мы вывозим. Ребята, мы спасли бабулю. Да. И, короче говоря, это было классно. Бабуля, теперь ты с нами. Надеюсь, ты будешь как бы, в здравии. Все, на этом все. С вами был я, Игорь. Также Рэнди. Дамка. И Дамка. И всем пока!